Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? Обзорчик очередной игры от IGG. Я даже не знаю, какая она там будет, но у меня такое ощущение, что очередная помойка. Называется она Синдбад Great Adventures. Синдбад — крутые приключения. Логотипчик IGG, как всегда. Вот такая вот заставочка. Поехали посмотрим. Спасибо ребятам, которые скидывают новинки IGG, я не успеваю просто следить, ну, за клонированием игр. Так, окей. New content. Нифига себе, каждый раз апдейт. Confirm. 32 мегабайта. Сейчас мы посмотрим, что это такое интересное от IGG. Но с вас, конечно же, лайк, репостик. Подписка, участвуйте в утренних конкурсах, все есть в описании. Такс. Давай обновляйся. Вот так вот. Great Adventure. Baghdad. Enter. Так, что у нас есть? Нифига себе. Смотрите, какие жесткие. Викинг. Какой-то Синдбад ниндзя. Хашашин. Хашашин. Это Гази. Хашашин. Вайнтокер. Менталист. Элементалист и Вояджер. Нифига себе. Просто бомбические. Ну, непонятно, у кого какие умения, но я, конечно же, выберу вот этого. Name. Ну, как всегда. Че, все? Так мало? Не дает дальше юзать? Офигеть. Ну, окей. Она есть только в английской версии, русской версии, к сожалению, нету. Не знаю, или будет. Ну, возможно, будет. Кто его знает. Такс. Ух ты, ничего себе. Вечеринка прям. Что-то, походу, случилось, не знаю. Интересно, интересно. Так, place mode, good. Evil мод, All мод, ПК Protection. В общем, это Place мод, читай, Peace мод. Квастики, я смотрю, есть какие-то интересные. Так, пати можно собрать. Сколько человек? 4 человека, неплохо. Первого до 200 левела есть. Интересно. Хорошо, с этим разобрались. Ну, я думаю, тут... Так, есть ежедневные ивенты. Создать их. Плеер. Арена. Вот какие-то, короче, ивенты. Нам надо, походу, с вами качаться. Нас еще докачивает. Так вот. А, так, что у нас тут есть? Такая вот карта. Ого, ничего себе. 50 левелов, 120, 80. Короче, мы в самом топовом левеле сейчас. Так, мы... Короче, ну, непонятно. Так, смотрим, бах. Дофига всего. Так, иван, мы не открыли эквипмент, итамы. Отдельные вещи. Можете вашего героя одевать. Вот так вот. Титул. Сумочка. Монетки. 12 левел. Обмен. Голда. Вот такое.
Так, это что у нас? Ага, понятно. Скиллы, насколько я понял, основной скилл. Нифига себе, тут бегают. Солнце даже есть. Ну, поехали, посмотрим. Так. Я не буду читать это все, ребят. Скажу. Мы уже выполнили. Мы только зашли в игру, уже выполнили какой-то квест. Поехали. Бегаем, пока собираем все. Да ты что? Ну, единственное, конечно, то, что английский язык, не все, думаю, всем понятно. Но тем, кому надо, зайдут, разберутся. Это не проблема. Нифига себе. Да ты что? Я прям мечтал всегда о такой игре от IGG. Я тут все качну. Плавал и буду всех нагибать. Интересно, сколько я его здесь буду качать. Вот такое, короче. Так, ну все, убегаем отсюда. Надо выставить нормально этот. Так, квест. Поехали, заберем. Мне интересно, тут тоже, тут, наверное, насчет доната будет столько всего. Это IGG, просто такие игры, знаете, не бывает. Вот видите, можно его, я так насколько понял, вот это так, плюс 45, рунить можно будет, ранг будет какой-то, ну, короче, как обычно. Обычная серая вещь. Так, это атрибуты нашего героя. Это ивенты. За входы. Вояжи. Вот плохо, что, конечно, нету на этом, на... Ничего себе. Бонус нам дали какой-то коллект. Подбирались. Короче, я так понял, для прокачек лошадка. Походу можно что-то еще активировать. Ну, такое. Так. А вот люксари. Понял. За донатика. Вот вам и донатик. Дополнительно получаете 6400. И там их странно, что магазина нету. Нету. Ага. Это нам, в принципе, не надо. Нет, спасибо. VIP-перки на 15 левеле доступны. Короче, все понятно, думаю. Такс, это наша атака, экспишка для следующего левела. У нас третий уровень. Там заберем. Вот такое, я не знаю. Кому-то, наверное, нравятся такие игры. Я просто, ну, не понимаю, что можно в то, наверное, лучше уже в линейку поиграть какую-то, нежели в этом. Хотя на мобильную версию, в принципе, как вариант, дойдет это так, чисто побегать, побродить. Ну, а, тут еще собиралки есть. Думаю, здесь дальше будет более интереснее. Потому что здесь открытый мир. Так, это у нас что, открылся новый скилл, походу.
Да. Это у нас открылся новый скилл. Это титул какой-то мы получили. Нормал. Короче, понятно, что ни хрена не понятно. Жмакаем, короче, по стрелочкам. Лень, честно говоря, это все переводить. Интересно, что дальше будет. Ага, нам их убить надо. А он их и автоматом фигачит еще дополнительно автоатакой. Ну, вообще, вообще зачет. Игруля просто нажал на кнопочку, и он все автоатакой бегает, все делает. Что еще надо, вот скажите. Супер игра. Может, это пока обучалка. Так, этот, походу, хочет с нами подраться. Или нет, я не хочу. Такое мультяшка. Сундуки кто-то открывает, выбивает. Ого, нифига себе. Знаете, просто закинулся руки за голову. Вот так вот. И сидишь и просто смотришь, как твой персонаж развивается. Ну, я не понимаю вообще таких игр. Может, оно интересно кому-то, но просто чисто все делается на автомате. То есть бегаешь, делаешь, вообще непонятно. Так, нам надо что-то выбить с них. Мне немножко неудобно, потому что я играю с эмулятора. Она вообще не сюда, как оказалось. Надо волка. Так, хорошо, давайте. Уже 8-й лавр, нифига себе. Ага, тут типа какая-то мега супер бронь. Ой, короче. Что-то крафтим с вами. А, это мы улучшили наш меч. Вот так вот. То есть здесь можно будет нормально руниться, улучшаться. Так, куда-то мы переместились, отлично. Magic Spirit. Короче, всех перефигачили. А, это типа каких-то волн, что ли? Или данжа какого-то, скорее всего, какой-то данж. А надо всех перебить. Босс, нифига себе. Буду выход. Сейчас она нам что-то даст. Что-то она даст. Почитал, как она. Сакхина, Бабх. Все, получили какие-то синие поворотки и какие-то сундуки.
Так вот. Честно, не знаю. Вот жмакаю, жмакаю. А какого-то кайфа от этого, ну, интереса к игре, ну, я не знаю. Возможно, из-за того, что я, наверное, не любитель. О, мы что-то открыли. Страйк. Вообще ни хрена. Автоматик устраиваем, как вы. Максим, как вы. Непонятно. Понятно, что ни хрена непонятно. Ну, как видите, куча разных возможностей выбивания героев. Вот это вот однозначно плюс, то, что у тебя есть шанс вытащить что-то интересное какими-то определенными особенностями. Но в дальнейшем я просто не знаю, как ну, как вообще игра развивается сейчас. Так, понятно, все. The first chapter. Короче, все, мы где-то перешли куда-то. Нифига себе, сколько тут всего. Нехилый такой городок. Позаморачивались они, честно говоря, на такие. Может, будет интересная игруля. Кого возьму? Конечно, возьму нашего дельфинчика. А, это питомца нам дали. Аура какая-то, короче. Куча всего. Куча всего, но ничего у нас нет. Если будет русская локализация, думаю, будет более-менее интересно побегать, посмотреть. Дамажем какого-то Билли. Короче, мы кого-то наказали, походу, за кого-то. Кого-то за кого-то наказали. Поехали, еще ее соберем. Но люди даже есть играют. Кинчик всегда со мной. Нифига себе, у нас статки так выросли, да, ребятушки? А это улучшение. Эти надо определенные предметы для улучшения. Ну, мы улучшили. Я ботинки соберем. Сейчас побегаем, соберем, думаю, все. Чтоб наверняка, и посмотрим на дальнейшего. А вы напишите, что вы думаете по поводу таких игр, как вам такая игра, нравится, не нравится. А вот оно, я думаю, что-то не все, что-то как-то странно для GG. Такс, солнце, одно все. Чарки, пинч, сменка, карта класса, маунты,
Короче, куча всего, заточек каких-то для всего. То есть можете здесь, я так насколько понял, Battle Pack. Его нельзя посмотреть. Непонятно, что тут это дают. 400 гемс, 400 центрейтс. Ну, в общем, это надо разбираться. Дают здесь итемы, расходники для улучшений. Так, это еще даже не все. Gold Market. За какую-то голду. Но реально здесь дофига всего по заточкам, по всему. Просто бешеная тема. Если, конечно, будет на русском сервере, интересно, на русском языке, интересно будет попробовать почитать это все, посмотреть. Но на английском, честно скажу, сложновато будет с таким набором. Там надо будет чисто сидеть. И дротить сутками. Изучать. Так, опять в какой-то нас данж отправили. Тут хорошо, что нажал, и оно автоматом бежит. Все делает. Ну, мы настолько уже прокачаны, ребята, даже доната не надо. Интересно, наверное, дальше донат нужен будет, когда будут ПВПшки с другими игроками. Сейчас их все больше и больше. Нифига себе, босс. Evil Fire Element. Жестик. Смотрите, сколько у него жизни. Ну, мы даже не проседаем, мы уже настолько... Интересно будет тут посмотреть командные какие-то локации. Как они реализированы. Не знаю. Нету русского языка, это самый большой минус. Можно было бы хотя бы посмотреть, поиграть. Это, знаете, не напоминает хотя бы битву замков, там, либо битву замков 2. Сразу же за баблоном предлагают купить пак. Ну, все понятно. Понятно, откуда ноги растут. Пусть. Смотрите, какой сразу ножичек нам дают. Физическая атака. Жесть просто. Нормальная тема, да? Разводняк, король. Ух. Нифига себе. Specials какие-то, ивенты. Короче, здесь реально, здесь если зависать, то здесь надо, можно сутками зависать. Жесть, конечно. Короче, это надо все читать, изучать. Лучше всего ждать, конечно же, русский сервер. Ну, я думаю, вряд ли. Хотя, может, и сделают перевод на русский, если игра будет действительно востребована очень. Так, ну все, я надеюсь, мы уже все одели. Как мне не отдадут мои сапожки. Дали нам наконец-то маунта нашего. Вот
Сколько тут всего, я хрен его знает. Это, знаете, это похлеще, чем битва замка, наверное, для новичка. Просто понимаю, какой масштаб этого всего. Все, у нас уже есть игруля. Это чисто так на досуге поиграть, может быть, кому-то зайдет. Блин, это сколько надо бегать. Единственное, знаете, что может здесь радовать, то что здесь будут PvP битвы против других. Это вот реально. Короче, я так понял, мы будем бегать, пока мы не соберем полностью. Весь шмот. Да. И тут ты понимаешь, куда уходят деньги с битвы замков. На развитие вообще непонятно чего. А хватит меня там уже дамажить. Нифига себе, очередной джин. Тахер Уссарии. Так, все, мы все собрали. Нифига себе, у меня легендарные ботинки. Да, я жесткий тип прям. Вот видите, только есть четыре языка: арабский, английский, турецкий.
скорее всего, тайванские. Ну, возможно, скоро появится и на русском. Может, сделают локализацию. Опять нам предлагают. О май гад, мы что-то получили. Да, в общем, понятно, куда уходят реально деньги с битвы замков, чем они занимаются, вместо того, чтобы делать нормальную игру. Это печально. Я что-то как-то странно, мы всех убиваем прям очень странно, прям на изи. Какой там у нас уже 20 левел, мы прям топчики, ребят. Я уже 30 минут залипаю, жму просто автомат по квесту. Вот какой-то босс жесткий. Фига себе, мы его наворачиваем. Только тут всего. Это, короче, походу фанаты делали эту игру, либо ее где-то удачно копернули, я не знаю. Я уже стал жестким типом, однако. Бегаем туда-сюда. В общем, пишите, ребят, что вы думаете по поводу этой игры. Я даже не знаю, что сказать. Просто шок. 30 минут позалипал и... Мало того, что она на английском, просто бегаешь, ставишь автоматом на квест, нажимаешь, он все забирает, все получает, делать ничего не надо. Все просто супер. Я даже не знаю. Может, и будет будущее в этой игре. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Ждите, возможно, нового обзора когда-то. Всем удачи, всем пока.